Привет, друзья! В сегодняшнем обзоре вы увидите оригинальный способ мытья полов без швабры. Узнаете, как заправлять кровать без рук и как включать свет, не вставая с кровати. А те, кто досмотрит видео до конца, смогут участвовать в нашем конкурсе и выиграть крутые световые панели, которые коннектятся с телефоном и делают невероятные вещи. Не знаю, может, среди вас и найдутся любители походов к стоматологу, но я это дело просто ненавижу. Поэтому в моих интересах сделать все, чтобы этого избежать. Всем известно, что проблемы с зубами во многом вызваны неправильным выбором зубной щетки и плохой чисткой зубов. Но эта электрическая модель – самый эффективный вариант. За счет своей необычной формы она очищает зубы от налета даже в самых труднодоступных местах. А ультрафиолетовые лучи, встроенные в щетку, способствуют их отбеливанию. Всего у гаджета есть 4 режима. Режим мягкой чистки, сильной чистки, отбеливание и режим массажа десен. Так что предпочитаете вы? Лечить зубы у стоматолога или просто поменять зубную щетку? А следующий гаджет точно пригодился бы каждому из нас. На первый взгляд кажется, что это обычная чашка с прикольным дизайном. Но нет, это не обычная чашка, а кружка, которая автоматически перемешивает напиток. Что это значит? А это значит, что вам не нужно искать ложку, чтобы размешать кофе с молоком, чай с сахаром или любой другой напиток. Просто нажмите на желтую кнопку, и гаджет сделает все за вас. Еще одна важная деталь – у кружки есть крышка, поэтому ее удобно брать с собой на работу или учебу. Напиток не разольется и не остынет. Крутая вещь, согласны? Любители кемпинга, это для вас! Если до этого момента вам приходилось спать в жестких спальных мешках, то я вас обрадую. Теперь даже в походе вы можете почувствовать себя комфортно и выспаться, как младенец в кроватке. Просто возьмите с собой этот надувной диван. По весу он будет во много раз легче спального мешка и во столько же раз удобнее. Просто пробегите с ним пару метров, чтобы наполнить матрас воздухом. А если на улице ветреная погода, то вам даже бегать не придется. В надутом виде лежак сохраняет свою форму до 27 часов. Он водонепроницаемый, так как выполнен из нейлона. Кстати, такой диван также удобно использовать, как лежак на пляже или водный матрас. Да и дома он тоже может быть полезен. Конечно, сейчас в продаже есть огромное количество разных подставок для телефона, но вы только посмотрите на эту вещь. Как по мне, это самая практичная подставка из всех, ведь ей можно воспользоваться абсолютно в любом месте. Вам нужно просто зафиксировать подставку на своей шее, отрегулировать удобное положение телефона и вуаля! Вы можете наслаждаться любимыми сериалами, лежа на диване. Конечно, вы также можете поставить эту подставку на стол, в машине или закрепить вокруг велосипедного руля. Вариантов много. Именно поэтому эта модель остается моим фаворитом. А вы что думаете? Вас, наверное, тоже бесит, когда шнурки на обуви развязываются каждые 5 минут. Приходится наклоняться и завязывать их снова и снова. Но эта вещица создана специально для ленивых и значительно облегчит вам жизнь. Если вы один раз зашнуруете с помощью нее обувь, то вам больше никогда не придется делать это снова. В комплекте идут два металлических колпачка, которые нужно надеть на оба конца одного шнурка и закрутить. И все. Проблема постоянно развязывающихся шнурков решена. Но будьте внимательны, они продаются по одной штучке. На выбор, кстати, есть огромное количество цветов, так что вы сможете найти подходящий вариант для любой обуви. Похоже, что в один момент людям наскучило мыть полы шваброй, и в процессе поиска более интересного способа они изобрели это – тапочки для мытья пола. Если вы будете носить такие тапочки каждый день, то ваши полы будут всегда оставаться чистыми. Да и процесс уборки, бесспорно, станет в разы веселее. Изготовлены тапочки из мягкого и абсорбирующего материала – микрофибры. Чтобы их использовать, желательно сначала надеть какую-то обувь и уже поверх нее натянуть тапочки, чтобы не мочить ноги. Ох, вот если бы в детстве у меня были такие тапочки, уборка была бы моим любимым занятием. А вам они нравятся? Вот вы уже завернулись в одеяло и приготовились ко сну. Как вдруг вспомнили, что забыли выключить свет в коридоре, но вставать уже совсем нет сил. Что делать? Похлопать! Нет, я вовсе не шучу. Наш следующий гаджет позволяет включать и выключать другие устройства хлопками. К автоматическому выключателю можно подключить сразу два устройства. Чтобы включить или выключить левое устройство, нужно хлопнуть два раза, правое – три раза. У этой звуковой розетки есть еще одна очень крутая функция. Перед уходом из дома прокрутите боковое колесико с положения Home на Away. Если в ваше отсутствие в доме будут распознаны посторонние звуки, гаджет автоматически включит оба подключенных устройства. Тем
самым он создает ощущение, что в доме кто-то есть. Это поможет отпугнуть грабителей. Главное, чтобы это действительно были грабители, а не ваши родственники, а то вы и их напугаете. А теперь назовите дело, на которое никогда не хватает времени. Правильно, заправить кровать. Утром и так многое нужно успеть, да еще и не опоздать при этом на учебу или работу. Так что на кровать времени нет. А что, если нам больше не придется самим заправлять кровать? Smart Duvet – это гаджет, который готов каждый день делать эту работу за вас. Через специальное приложение вы можете установить время, в которое нужно заправлять кровать. Технология работы этого устройства кажется довольно простой. Но как до нее можно было додуматься? Вот это уже другой вопрос. Видно, кто-то очень не любил застилать кровать по утрам. Как только приходит время застилать кровать, устройство наполняет сетку воздухом. Она надувается, и одеяло самостоятельно начинает распрямляться. Вот и все, кровать убрана. А вы не потратили на это ни секунды своего драгоценного времени. Мыть собаку и так не самое приятное дело. А когда вам приходится одновременно держать собаку, шланг, шампунь и щетку, это скорее походит на цирковое представление, нежели на банные процедуры. А после мытья собаки вам приходится отмывать еще и себя. Но этого можно избежать. Воспользуйтесь новым гаджетом для мытья собак. Во-первых, гаджет автоматически смешивает воду с мылом и распыляет мыльный раствор с разных сторон. Во-вторых, круглая насадка не позволяет собаке двигаться во время мытья. Так вам не придется тратить все силы на то, чтобы удержать собаку на месте. И в-третьих, в наборе идет очень удобная мочалка, которая быстро смоет всю грязь с шерсти животного. Полезная вещь, не правда ли? Не знаю, как вы, но я, например, очень ленивый. И я говорю не о занятиях спортом или саморазвитии. Мне бывает лень иногда просто надеть собственные носки. Но, как оказалось, кто-то уже давно позаботился о таких, как я, и изобрел гаджет для быстрого надевания носков. Чтобы его использовать, вам нужно взять ваш носок, вывернуть его наизнанку и натянуть на пластиковую подставку. Дело остается за малым. Опустить подставку на пол и с помощью лопаточки просунуть ногу в носок. И все. Этот гаджет, несомненно, будет полезен пожилым людям и тем, кому трудно надевать носки из-за проблем со здоровьем. И последний гаджет на сегодня – средство для удаления папиллом. Конечно, с таким вопросом лучше обращаться к доктору. Но если такой возможности нет, воспользуйтесь этим гаджетом. Перед использованием не забудьте продезинфицировать кожу. Это средство можно применять ко всем участкам лица и тела. Оно поможет удалить папилломы на коже всего за пару легких шагов. Но помните о том, что резинка не сможет обхватить слишком маленькие дефекты кожи и подойдет для устранения папиллом размером не менее 2 мм. А на этом наш обзор подходит к концу. Хочешь выиграть светящиеся панели NanoLeaf, которые реагируют на музыку? Тогда принимай участие в нашем розыгрыше. Все, что нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. Если это видео наберет 1000 лайков до следующего видео по гаджетам, я объявлю победителя в новом видео. Все условия вы найдете в описании под видео. Всем удачи!